Здесь, наверное, случай сработал. Мне попала вот эта газета «Комсомольская правда». И вот здесь как-то получилось в ряд, в столбик, значит, все пропавшие лица. Каким образом эта мысль пришла, я сам не знаю. Наверное, что-то интуитивное. Я позвонил прапорщику, оружейнику, и говорю, когда мы выдавали оружие. Ну, пистолет у меня хранится, а книга выдачи оружия у него. Ну, он мне называет цифры, я сюда их записал, вот. Ну и потом смотрю, ну как-то, ну один раз совпадение может быть. 30.04 выдан пистолет, 14.05 возвращен. 7-го Захаренко исчезает. Так сказать, 9 мая заказ выполнен, наверное, был. 16 утром у меня получает пистолет адъютант министра. 16 исчезает. 16 сентября исчезает Красовский и Гончар. 18 пистолет не возвращается. Вот. Эти события меня насторожили. Олег Алкаев, бывший начальник белорусского следственного изолятора номер один, в котором приводятся в исполнение смертные приговоры. Благодаря его неожиданной догадке, следователи прокуратуры вышли на след предполагаемых похитителей людей. Ну, еще вот этот журнал на мысль навел. Здесь подборка материалов неплохая. Причем люди говорили, видели, как Захаренко заталкивали в машину, видели, как за ним следила красная БМВ. На красном БМВ 7-го он пропал, а 6-го за ним следила красная БМВ. На красном БМВ ездил Дима Павлюченко. Я его часто видел сам на этой машине. Даже номер у него 0222 какой-то был. Ну, эту машину все знают. Это же вообще не вопрос. Вот. Его уже за ним не следили, его преследовали, они откровенно вели наблюдение. Это преследование. Только, наверное, момент подбирали удобный. Вот. Если все это вместе сложить аккуратно, еще кое-какие факты, то лично у меня сомнений никаких нет. О своих подозрениях Олег Алкаев сообщил следователям прокуратуры. Вы видите копии документов, которые чудом удалось сохранить. Это допросы сотрудников тюрьмы о том, кто и когда брал расстрельный пистолет. Экспертиза самого пистолета, его подробное описание, показания свидетелей. После проверки прокуратура арестовала командира специальной бригады быстрого реагирования подполковника Дмитрия Павличенко. Именно он по распоряжению министра внутренних дел Юрия Сивакова приходил посмотреть, как в тюрьме приводят в исполнение смертные приговоры, и долго расспрашивал, где и как хоронят расстрелянных, как раз накануне исчезновения политиков. Присутствовал при расстреле. Каждого, если я не ошибаюсь, 5 человек. Вот. В один из моментов он поинтересовался у исполнителя, почему он стреляет в голову, а не в сердце. В сердце меньше крови. Меня этот вопрос тоже заинтересовал. Ну, вы знаете, если человек никогда никого не убивал, он не может знать, откуда сколько крови, куда лучше стрелять. В сердце попасть можно только с очень близкого расстояния. Даже хороший снайпер никаких гарантий не даст. Поэтому, если так развивать эту теорию и дальше, то, видимо, у него был некоторый опыт. Именно применение оружия или убийства с близкого расстояния. Командира белорусского СОБРа обвинили в похищении людей, избиении и запугивании неугодных властям политиков. По слухам, в сейфе Дмитрия Павличенко были найдены видеокассеты с записью странных спецопераций, списки лиц, которые должны быть интернированы на случай объявления в Белоруссии чрезвычайного положения. Генеральный прокурор Олег Бажелко и председатель КГБ Владимир Мацкевич обратились к президенту Лукашенко за разрешением задержать и допросить главу Совета безопасности Шеймана и министра внутренних дел Сивакова в связи с пропажей людей. Они пришли с Мацкевичем к Лукашенко, уже когда задержали Павличенко, чтобы арестовать Шеймана. Но они были столь наивны, эти два генерала, если так сказать, рассчитывали, что Лукашенко даст такое добро. Василий Леонов в свое время возглавлял Могилевский обком Компартии и назначал Александра Лукашенко директором совхоза. Всех представителей нынешней белорусской элиты знает лично. Именно Леонову генеральный прокурор Беларуси рассказал подробности расследования дела о пропавших людях и о решении президента Лукашенко. В
рассказывал прямую речь Лукашенко, когда он на узком совещании таком силовиков упрекал Пожилку как генерального прокурора: ты довел меня до истощения, я пью там прямо пока таблетки горстями, не сплю. Что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы эта оппозиция носила гробы тут из Захаренки и Гончара? Лукашенко сказал: вы найдите Диму и на этом остановитесь. А этих оставьте, не надо там. Генеральный прокурор даже провел пресс-конференцию, на которой пообещал журналистам в ближайшие дни раскрыть эти ужасные преступления. Но через несколько дней его и председателя КГБ отправили в отставку. Дмитрия Павличенко освободили из тюрьмы. Готовы выполнить любой приказ президента по защите конституционного строя, по защите рубежей нашего Отечества. Неожиданно два следователя, один из прокуратуры, другой из КГБ и свидетель по этому делу, офицер Минского ОМОНа, умирают от сердечной недостаточности. Однако за границу бежали два других следователя прокуратуры – Дмитрий Петрушкевич и Олег Случик. Сейчас они живут в США под защитой Министерства юстиции. Именно они первыми рассказали о пресловутых эскадронах смерти в Белоруссии. После референдума 1996 года Шейману было поручено Сиваковым создать команду, которая смогла бы выполнять любые поручения, вплоть до убийства. Сиваков связался со своим подчиненным Павличенко, который являлся начальником СОБРа, МВД РБ, и поручил ему подобрать людей для выполнения спецоперации. В то время была создана группа, в которую вошли обвиняемые по уголовному делу вышесказанному: Игнатович, Гус, Малик, Саушкин, также 5-6 человек, неустановленные следствия. Эту группу возглавлял Павличенко. Этой группе было приказано отработать схему похищения, убийства, а затем захоронения трупов. Схема должна была исключать возможность обнаружения трупов. Вот. Это было сделано для того, чтобы... Схема идеального убийства. Нет человека и нет проблемы. Следователи утверждают,